Но вышли предельно заряженными на игру, концентрированно работали по нашей системе, что потом получили большинство, реализовали, в принципе, все складывалось довольно-таки неплохо до первого удаления, и потом за минуту даже пропустили две шайбы, как холодный душ перед уходом на перерыв. Потом серьезно поговорили в раздевалке, но как бы пару грубейших ошибок, и счет уже 1-4, а с такой мастеровитой командой, как «Динамо», это, конечно, огромная фора. Можно сказать, что ключевым моментом была незасчитанная шайба в этот момент? Да нет, я думаю, ключевые моменты — это 4 пропущенных довольно-таки быстро шайбы, поэтому как-то будем смотреть, разбирать, и нам через 2 дня уже нужно снова бороться. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, на самом деле, при счете 1-4, при счете 2-5 они поддерживали нас и гнали вперед, но мы, к сожалению, их не порадовали. Чем объяснить этот провал? В конце первого периода за минуту 2 пропустили, в середине второго тоже за минуту буквально 2 шайбы пропустили. Почему так? Ну, в принципе, для Сибири часто бывает в этом сезоне, вот такие отрезки пропускать не несколько шайб. Я, честно говоря, даже не знаю, сложно здесь сказать, но первая шайба — это меньшинство, они заперли нас в зоне, и ну, потеря концентрации, возможно, какая-то. Нужно после гола строже как-то. Ну, все от переизбытка желания хотят и вперед помчаться, и мы играем дома, и забить где-то. И поэтому здесь комплекс, наверное, каких-то причин, но все это понимают, и мы много об этом говорим, на самом деле, в раздевалке. Поэтому хочется исправить, но вот иногда большое желание приводит, наоборот, в обратную сторону. С трибун показалось, что сегодня с трудом выходили из зоны, чтобы прессинг «Динамо» не удерживали, так ли это? Ну, наверное, раз такой счет, это так. Но, в принципе, у нас, мы об этом тоже много говорим в раздевалке, что нужно выбегать с ногами, не отбрасываться шайбы, а стараться гнуть свою линию, то есть, чтобы выбежать шайбы и двигать ее вперед на нападающих, и там уже пробиваться, но не просто швырять ее. Поэтому, видимо, раз прессинг у них сработал, значит, такой счет.